За месяц 20 тысяч заявлений написали жители Башкортостана для изменения условий кредита. Данные привел Нацбанк, который провел опрос большинства кредитных учреждений республики. Значительная часть обращений относится к реструктуризации кредитов по собственным программам банков. Таких насчитывается 84%. За 12 дней в банке поступило 3300 заявлений о предоставлении кредитных каникул, по которым в 57% случаев было принято положительное решение. Наиболее высокий процент одобрения заявок приходится на предоставление ипотечных каникул – 79%. Отказ в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита, установленного правительством. При этом управляющий Нацбанком региона Марат Кашапов напомнил, что кредитные каникулы доступны только тем, кто соответствует критериям. Прежде всего, рассчитывать на отсрочку можно в том случае, если доход заемщика снизился на 30 и более процентов.